К берегам Оки в Серпухове прошла очередная экологическая акция. Ребята из лагеря труда и отдыха очистили берег реки от мусора. Дождливая погода не испугала юношей и девушек. Пакеты, бутылки и даже решетки от мангала ребята собирали в мусорные мешки. С задачей они справились буквально за час. Я рад, что принимаю в этом участие. Собирать там мусор, да, ну чище город становится, я всегда рад. Как бы я тут тоже рыбачу, когда-то. Вот, и как бы всегда рад тут убраться. Хорошие вожатые вообще отличные. Рад с ними работать. До окончания второй смены в лагере труда и отдыха осталась неделя. Ребята не только приводят в порядок общественные территории, но и весело проводят время, участвуют в развлекательных мероприятиях.